Евзлус, и я зову. Готовы уже, что ли? Конечно. Я же сказал сразу. Все на месте? Да. С кем играем? Вспомнить. Сален, по-моему. Кто? Сален, по-моему. А, да, FK Exit. Ты там после ЕТ и с английской, ой, которая русская С, все понятно, найден. Что нового Ясно. для Пишет нас? гоу, и чего гоу-то не принимают. Данные. Машка, ты-то где? Ну, все, 86. Кибер. Играем 187. Обманщик. Не то слово. Зулус что-то поменял. Не, ничего не менял. Просто обманывал всех. Я не знаю, вроде да, 87 был. Срать на скилл. Ну да. Это не напишешь, что ничего нет, никакого приглашения. Курить? Вкуснее. Ну все, вот три очка, вы понимаете, да? Принял вообще-то. Я знаю, я и говорю, три очка. Следующая задача. Минимум, как будто максимум есть. Ну, максимум 3 очка. Минимум. Минимум 3 очка. Ну, максимум 3 очка, минимум 3 очка. Так встал. Лево, лево, давай. Вот зараза, блин! Такой обрез, вот спасай положение. Ой-ой-ой. Начинается. Американские горки. Так, попробуй, у них кто не просил. Наверное, ты он просил. Надеюсь, что не он. Будь. Ваня, крой нижнюю, не надо подходить к боту. Проебет вверх, так проебет. Что теперь сделаешь? Надо... Да он скидку будет делать. Естественно. Он в центре нападающий стоит на 11. Так он укроет 25-й. Нахуй подходить, блин. Да мы, никто, мы про другого говорили. Ладно, проехали. Играем дальше. Без пенок тут осторожненько. Ну а он меня повалил вообще-то. Начинается. Как обычно, блядь. Это пиздец. Все, игра... Ну я ты-то куда спешишь? Да я башке давал, сэр. О боже, вырез жопой. Хуй его знает, чем в руки. Все, все, проехали. Ничего не было. Вот, ты что там перепасовался? Все начинается паника, сезон играем, представьте. Куда я дал?
Вафик, ты ему там с полполя можно забить. Подойдите до него и пробейте. Вот, ну не надо просить, так пошел. Ты уже, блин, ясно. Так, ёбки, мать, как куда же он даёт? Чё начинается? Такая чушь. О, хорошо. Ну хоть бот что-то полезное сделал. Блядь. Угол есть. Давай, Лёш, попробуем разыграть. Ты на немфа, а я уже забегу. Тёма на меня. Короче, я внутрь должен катить. Всё равно бот один пришёл, и это супер защиты. Что? Готовы, готовы. Не пошла так, как надо. Разряжаю вот как-нибудь. 8. Да лучше уж так. Хорош, бот. Запирай. Начинается толкотня. Скоро, блядь, полились. Хорош, Зулус. И суперзащиту, они стоят штрафной. Бля. Шон, не спать. Я отдаю туда. Я закрою, иди. Ясно. Их тоже зач будут, только сейчас узнали хоть. Не так устанешь бегать нахрен. Потерпи, потерпи. Извините, и справа. Mm-hmm. Справа можно было, да. Ногу не попал. Микрофон мьютед. Пиздец. Спокойно как-то, блядь. Какая-то хрень, как быстрая игра пошла. Нам это нахуй не надо. Нам нужна медленная. Микрофон активирован. Очень дальше, дальше, дальше. Намного дальше. Супер перк, что ли? Чтоб ты ее убрал. И ты будешь налево ходить. Потому что у Влада открылась она уже. Надо внимательно читать чат, Леш. Он же не ставил. Я ее просил не ставить. Шон, кит. Блять, что здесь угораете, что ли? Закрой мою. Уже поздно, я проснулся. Но тут надо было реально крыть. Что-то пипец, 30 минут уже 10 моментов у них. Надо что-то сдавать. Там еще в центре тем. Ой, я не слышу. Еще кто-то приперся, бля. Наш, наш. Блядь, будешь догонять? Все, забежал. На паузу поставьте, игрок бегать будет. Ай. Хоть угловой или офсайд. Не разыграл. Кто разыграет офсайд там? Добрасывает. Все вовремя у нас. Кто вот... Я же ему сказал, на паузу поставь. Ты чё джойстика? Ну! Ёпта! Да включись, ты башка уже такую просерил атаку, я просто... А, сука. Простите, блин. Пиздец. На паузу ставь, когда отходишь, что игрок бегает, не скипайте. Спасибо. Сразу. Лёш, еще центр, Лёш, центр. Еще ну, центр. Ну, еще... И... Ну! Хорош. Класс! Сейчас, сейчас... Сейчас кончу просто. Пипец сейчас будет. Вот это уровень. Чё? Поехали, башка. Ты чё, блин, названивать-то? Из-за тебя нога болит теперь, блядь. 4 гривни вылезли за тебя, блядь. А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, всё. Торону эмоции. Ты пошли в баню. Чш-чш-чш. Чё дальше? Хорош, тварь. Не, блядь. Потом давай, я играю. Давай ещё раз. О, ох, их тут много, ёшкин кот. Они все знают, наверное, про наши разыгровки. Не знаю, Лёш. Вот тут бот. Ясно. Сожри его, фали как-нибудь. Хорош. Наш, спокойно, что он твой. Пойдёте. Бля.
Ай, сори, башка, я думал, ты пробежишь чуть вперед. Спешил, спешил. Поноси. Но мне некуда было. Да, это ясно. Пуляй ему. Это Шон, правда, не жми, ну ладно. Хорош. Тащи, тащи. Можно было на него. Не бежим, наш не бежим. Еле иду. Потом, потом приду. Отличный, да, хорошая комбинация. Фух, да еще такую же. И парочку даже. Не помешает. Первая голевая башка? Или какая там? Да. Это дело уже. Ну надо было прийти прям. А это хорошо, что они пришли, видишь, мы гол забили. Да ты мог раньше забить его сам. Там твой бот бежал по правому флангу, вообще пустой. Ну чё, мы ему не дали? Потому что он все запорол. Ах, блядь, нога болит, сука, пока бежал. Погнали. Второй тайм. Ожидаем контратаку. Отлично. Сами отдают. Нет. Сейчас Ваня прибежит. Да не прибежит. Да не стоит у Влада, ты не поймешься никак. Потому что мы ему сказали не стоять, Влад. Странно. Фифа странная штука. Может, поставил все-таки? Нет, видишь. Когда вы ему сказали, не стоит. Хорош. И не знали, что у меня стоит, они. Хорош, Евге. А, блин. Тебя нет. А, ну, естественно. Да бот-то вылетел. Нет, нет, есть. Я давал еще раньше. Сука. Есть. Шон пошел. На вес. По тобой могу. Ну! Оставь. Так, может, по-быстрому разыграете? А куда тут бежать-то, зон нет? Так. Два человека. Там вернись, не надо. Да не надо, там еще 4 защи. Да и шум, и чего, они провалятся? Раз. Повтор. Что-то скинул, так как-то непонятно. Криво. Низ. Низ. Своя. Ваня, ты куда ты там бегаешь, силы тратишь только? Туда ты не скипайте, переключит. И убежал. Просто... Ну вот на 90 бы ты так делал, блядь. Ровненько ему кинь хоть. Блин. Сильнее надо. Потащил, вот потащил. Я ранее сделал. Ну сам его сделает. О, ура. Яй-яй-яй. Только не попали. На второй, ой, как ну уже. Сейчас сдохнуть начнем уже. Сейчас все нормально будет. Хорошо, он есть. Блин, ты я зря Вайн катил. Угу. Хорош. Разверни себя. Развернулся я лучше. Лучше бы как играл, так и играл. В одну сторону смотрел. Ёпта мать. Полетела шара. Прям дальше. У нас тоже штанга была. Ёпта. Боже, началось. Ворота подскочил. Нормально, угорали сейчас, сейчас все сделаем, Леша. Второй нужен. Вот что нужно сейчас сделать. Второй. На оборону тут не на что надеяться. Сейчас забьем второй, ты сам. Сейчас они пойдут в атаку. И привезут себе. Контратаку. У нас сил нет на контратаку. Спокойно раскатать их, классно. Ну, а нет, фланг играть не хочешь? Игрок тут твой.
Понятно. Я не знаю. Ты тень центр ЦЦЗ играешь. Зачем ты? Пусть они сами по себе бегают там. В ноги. Раз. Подожди, я забегу. А ты умрешь, башка, там забегать. Ты говорит, что установился-то? Так ты же забегал, так он остановился. Ты сказал, умрёшь, я возродил нас. Ладно, все. Что там? Я и так уже сдох. 65-я, блин, у нас да уже на минимум. Просто. Я был как судья стоять, ножками двигать. Бессмысленно. Я немножко ниже, но я буду фуфа. Отлично. Это сайт там. Нет, пофигу, я там освобождался, а пас пошел. Жопу. Фланг, фланг, Вульф. Ну там боты ее и так разберутся. Пусть через них забивают, главное, чтобы через фланг не дрочить. Вот это неожиданность, конечно. Ух, ты полегче там, башка, падаешь тут на ровном месте. Там шо? Хорош. Поймай, поймай. Ведь башка красава. Yeah. Да на нервов что ли там? Да. Трех человек подкат сделать решил. Ой, сичит.